больше всего довольна, что вот я получила знания о закладках. Это я очень довольна им. Ну, остальное, вот карта тоже мне понравилась. Вот такое. Потом, значит, что еще? Ну, да вообще все сразу как-то и не соберешь. Мне понравилось. Основы компьютерной грамотности у меня уже были. Но очень хотелось освоить планшет, смартфон, потому что это новая форма, и с ними можно уже куда-то идти. Ты не привязан к компьютеру, который стоит дома. В общем, планшет я, как говорится, можно сказать, что вижу первый раз. И мне было интересно узнать его возможности, то, что я его могу взять с собой в поездке, потому что мы очень часто ездим куда-то в поездке. Могу найти те интересные места, куда я смогу сходить. Могу найти путь, как мне добраться до этих мест и как обратно прийти в гостиницу. Это одно, значит, то, что вот работа с картами. Потом очень мне понравилась работа с закладками. То есть я могу из интернета скачать какие-то данные, например, поэтому же вот мы сейчас поедем в Выборг, что там есть, какие интересные места, что охота посетить, и обновить свои знания уже перед самым посещением. Вот и все пока у меня. Я также когда-то приходила сюда к вам на курсы компьютерной грамотности для как бы начинающих. Вот очень было все понятно, доступно, поэтому когда вы позвонили, я с радостью пошла. Мне подарили дети новый как бы телефон, смартфон, которым я могла только набрать, ответить на телефоном. Всех остальных функций я его не знала. Вот здесь очень доступно было объяснено абсолютно как бы все, даже как работать с этим телефоном подробненько. Плюс понравились вот эти закладки, как пользоваться, тоже не знала ничего. Даже не знала, как контактом пользоваться. Здесь мне все доступно объяснили, потренировалась. Вот. Также Viber узнала, что это такое тут у меня есть, как этим пользоваться. Вот. И вообще все очень доступно и понятно. Поэтому огромное-огромное спасибо вам за ваше терпение, за ваш вот такой труд, который вы нам доносите, доступным и, главное, индивидуально каждому. Спасибо огромное.